Мы, конечно же, не могли пройти мимо кафедрального собора Батуми. Судьба его очень интересная и весьма даже трагичная была. Построен собор был в конце 19-го, начале 20 века Степаном Зубалашвили в память о скончавшейся матери Елизавете, которая попросила построить его в Батуми католическую церковь. И она была построена. Церковь пытались разрушить. В конце концов, храм отстояли, но в советские времена чего здесь только не было. Как это принято было в СССР, и лаборатории высоких напряжений, какие-то архивы, склады и так далее. В конце 20 века храм был передан Грузинской православной церкви. В 1989 году произошло освящение. Кстати, в Батуми, кроме 10 православных храмов, есть католическая церковь Святого Духа, мечеть Орта-Джами, армянская апостольская церковь, батумская синагога, протестантская церковь и даже церковь христиан веры евангельской. На выходе из храма нас ждали великолепные церковные кошки и коты, которые охраняли покой в соборе. Красивый католический собор, ныне православный. Ну что, идем дальше? У нас еще много что есть посмотреть в Батуми.